Сегодня занятие прошло в 24-й школе. Урок энергобезопасности провели для учеников 5-х классов. Специалисты в доступной форме рассказывают детям о роли электричества в жизни современного человека и об опасности, которую оно в себе таит. Выйдя на улицу, выйдя за пределы дома, ребенок сталкивается с еще большей опасностью. Это высоковольтные линии, это трансформаторные подстанции, да, которые несут на самом деле огромное напряжение и, соответственно, представляют достаточно большую опасность для здоровья и жизни детей. И здесь очень важно родителям, учителям доводить до детей простую мысль, что все объекты энергетические, будь то линии электропередачи, будь то трансформаторная подстанция, они представляют опасность, и лучше к ним не приближаться. Также для ребят провели конкурсы и рассказали о правилах использования электричества в быту. Больше всего школьникам нравятся практические уроки. Причина – манекен Гоша. На нем ребят учат оказывать первую помощь человеку, пострадавшего от удара током. Мы наносим сильный удар кулаком в грудь. При этом, держа двумя пальчиками, очевидно, на троске, чтобы не попасть по нему. Нет, удар. Именно в грудь, да. В первую минуту 50% людей может ожить, и это спасет его жизнь. Вот таким образом. Такие уроки в школах проводятся нередко. В рамках профилактической кампании «Безопасная энергетика. Счастливое лето» ребят возили на крупные энергетические объекты, где они могли узнать много нового о электричестве. Такие занятия практикумы, считают педагоги, сегодня просто необходимы. Вопросам безопасности детей в разные формы безопасности уделяется в школах огромное внимание всегда. Потому что, к сожалению, статистика, особенно за летний период, по детскому травматизму и по несчастным случаям с каждым годом растет. В целом же за лето энергетики провели почти 60 таких уроков, побеседовали с 5000 детей. А для закрепления материала уроки было решено проводить и во время учебного года. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.